Клубу веселых и находчивых 55 лет. Во Дворце детского творчества в Якутске проходит фестиваль Лиги Якутск Молодой, приуроченный юбилейному сезону. В нем принимают участие 11 школьных команд и команды учреждений дополнительного образования Якутска и его пригородов. Деятельность Лиги не меняется вот уже десятки лет и прежде всего направлена на популяризацию молодежного движения КВН среди подростков и на раскрытие их творческих способностей. Впервые выходим на эту сцену, тяжело, волнение огромное. Главное участвовать, опыт набрать, потому что мы впервые, нам тяжело. Хочу пожелать всем командам удачи и чтобы КВН развивался с годом, за год.